Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы будем говорить об ароматах, и это ароматы на весну, на холодную и когда уже начинает разогревать. Знаете, я не могла выбрать, обычно я выбираю 5-6 ароматов, но сейчас передо мной стоят примерно 12 ароматов. Я бы еще взяла несколько ароматов, потому что такое разнообразие, такой отличный выбор. И конечно, пока еще погода стоит достаточно прохладная, то можно выбирать более теплые, насыщенные со сладостью ароматы, и в них вам будет очень комфортно. Например, один из таких ароматов, который покорил меня вот просто в сердце, не думала, что он станет у меня в любимчиках, но ему это удалось, Eclat Nuit. Достаточно новый аромат, по-моему, в первом каталоге он, или во втором каталоге он только вышел, наверное, во втором каталоге Oriflame, и он просто бесподобный. Кстати, я его распробовала не сразу, но когда я его вот в полной мере ощутила, он раскрылся, то очаровал меня, вот просто очаровал. Eclat Nuit, голубика, персик, классический жасмин, чувственный шлейф из ванили, мускуса и пачули. Вот для меня самая яркая нота здесь, наверное, все-таки пачули, и она раскрывается уже в самом конце. Стойкий невероятно, потому что я его распробовала уже на второй день, то есть утром я его нанесла на себя, и только на следующее утро, когда я взяла свою кофту, и я ощутила этот аромат бесподобный. Конечно, и дизайн флакона располагает просто вот любоваться, наслаждаться и брать его постоянно в руки. Рекомендую, попробуйте, невероятно красивый, вот прям слов не хватает. Один из тоже ароматов, которые в сердце, да, прям западает, это Divine Exclusive, и сама форма флакона очень сексуальная и уже говорящая о многом, о том, что здесь страсть, чувственность, красота, и оформление с кристаллами Сваровски на крышечке, нота сердца, сияние звезд. Это эксклюзивный аккорд, в котором пышная нота пиона соединяется с пряной роскошью жасмина. Слушайте, вот просто вот достаточно сказать два компонента, да, чтобы понять, насколько вот этот аромат яркий, дерзкий, сексуальный, и такой вот он прям вдохновляющий на любовь, на подвиги и все такое. Далее, вы знаете, еще есть один аромат, который я использую круглый год и всегда его показываю, это Infinita. Это просто вау. Я рассказываю сейчас о своих впечатлениях, о своих чувствах к аромату, поэтому, конечно, у вас оно может быть немножко другое. Сейчас я найду аромат, чтобы вам ноты сказать, потому что я их, естественно, не запоминаю настолько, насколько хотелось бы. Вот цветочный аромат. Итак, мандарин, розовый перец, жасмин, ваниль, кашемировое дерево и амбра. У меня этот аромат ассоциируется с танцем, таким вот, знаете, может быть, бачата, что-то такое, знаете, просто вот огонь, огонь двух влюбленных. Очень вдохновляющий аромат, прям настроение поднимается. Я когда его на себя наношу, я себя чувствую настолько вот наполненной, женственной, у меня энергии много появляется. Это что-то с чем-то. Если вы любите очень запоминающиеся ароматы, вот чтобы прям человек прошел мимо и запомнил вас навсегда, то обратите внимание вот на этого малыша дерзкого, All or Nothing Unique Accord. Основная нота, самая вот яркая, это жасмин. Такого жасмина я никогда нигде не ощущала. Мне очень нравится вот такой жасмин серии Women's Collection, но здесь он такой мягкий, такой вот он тут смешан с другими нотами, то есть он такой вот будет легенький.
А это вот прям жасмин, но он такой стойкий, несколько дней можно, да, ощущать его, особенно если на одежду вы наносите аромат, то с этим ароматом не расстанетесь. Есть ароматы, например, утром нанесла легенький, а вечером захотелось чего-то поярче, посочнее. Так вот, возможно, даже без душа, вот просто, да, так, а он выветрился, там прошло часов 4-5, и все. И можно носить сверху другой. Этот вы ничем не перекроете, просто единственное, что можно взять аромат All or Nothing, и они друг друга дополняют. Он станет более бархатистым, смягчится вот эта резкая нота жасмина, но несмотря на эту резкость, он мне нравится. Вот именно тем, что пройдешь и точно вот все вот так будут оборачиваться, но главное не переборщить. Один пшик, вот и все. Конечно, там в составе очень много нот, я могу вам их сообщить. Сейчас, секунду. Для тех, кому не хочется, да, рыться в интернете и искать состав. Итак, фрезия, пион, жасмин, мускус, цветочные ноты. Правильно я вам говорю? Да. И светлое дерево, и гелиотроп, и сандал. В общем-то, очень-очень насыщенный аромат. Так, далее. Там-там-там-там-там. Про этот я вам практически уже рассказала, да, могу уже не повторяться. Если говорить тоже про теплые, такие цветочные, белоцветочные ароматы, такие вот женственные, бархатные, вот такие, которые окутывают, тоже очень очень интересный. Он не тяжелый, нет, он, этот аромат не тяжелый. Это Giordani Gold Essenza Blossom, как раз это прям вот весенний аромат. Ну чуть-чуть, может быть, попозже, когда уже прям как капель, солнце, цветы, вот такие вот, да, такие светлые цветы хочется видеть. Вот это такой аромат очень интересный. Давайте состав его посмотрим. Я потому что люблю иногда, знаете, вот бывает состав, вдыхаешь аромат и не понимаешь, вот что же меня так цепляет. А оказалось, во многих ароматах, где есть розовый перец, они меня цепляют. И вы наверняка знаете свои ключевые ноты, которые вас заводят. И я говорю несколько нот, а на самом деле вот в одном аромате около 80 нот, представляете? То есть все невозможно просто перечислить. Итак, давайте посмотрим. Верхние ноты: груша, мандарин, жасмин, ноты сердца: камелия, флёр д'оранж, иланг-иланг и ваниль, амбраксан, мускус. То есть он такой прям очень вкусный. Я знаю, что многие влюбились в этот аромат и, наверное, уже на постоянной основе, да, пользуются. Но вот все-таки мой любимчик — это просто эссенза классический, не блоссом, не эссенза сенсуале, а именно просто эссенза. Я его сегодня не показываю, потому что в принципе он просто у меня всегда на первом месте, но сегодня я решила, что я о нем не буду говорить, слишком много, да, ему внимания. Далее идут ароматы уже немного легче. Кстати, вот на весну, на лето новинка Poses Absolute очень подойдет. Вот именно он такой чувственный. Смотрите, как хорошо уходит. У меня дочка его полюбила, и мы вот за несколько дней, видите, как много его использовали. Нравится, очень нравится. Но он для меня, если написано, что там максимальная концентрация аромата, но я его так долго на себе не чувствую. Такое чувство, что он прям сливается со мной, хотя другие замечают, говорят, да, тебя очень вкусно пахнет. Я не ощущаю его так сильно, как вот предыдущие ароматы, которые я показывала, но он очень сексуальный, он такой, я бы его отнесла все-таки к разряду легких. Скажу его состав: гранат, конечно. Так, Poses. Это для женских ароматов не всегда свойственно, когда сплетаются фруктовые и древесные ноты. В основном это используется в мужских ароматах. Но он очень сексуальный и нежный в то же время. Божественная сущность аромата раскрывается тем, что тут у нас
сочные зерна граната, да, такие многогранные, бликующие, белые цветы, роса, древесные ноты. Очень красивое сочетание, просто супер. Следующий аромат тоже, наверное, я его выберу на весну и на лето даже, я его тоже оставлю, потому что он такой водный. Это Си, новинка прошлого года. Он какой-то невероятный. Вы знаете, вот все ароматы на разных людях раскрываются по-разному, но именно вот серия Си — это что-то особенное, что-то особенное, потому что вы удивитесь, потому что все люди о них рассказывают по-разному, абсолютно по-разному, у всех ощущения. И этот аромат создавался самым необычным способом, то есть есть специальная такая запатентованная технология, когда аромат собирается без вреда для растений. Представляете, вот оба невероятные, желтый и голубой Си, для меня это что-то с чем-то. Дикий розмарин, мирис душистый и мускус здесь в составе. Он вроде бы и теплый, но в то же время он водный, водный, прохладный. Чудесный аромат, пройти мимо него просто невозможно. Если мы говорим об ароматах прям вот весна-весна, 8 марта, то это, конечно, Women's Collection Мимоза, это однозначно. Вы знаете, он такой энергичный, он создает безумно позитивное настроение, солнечное, радостное, динамичное, потрясающий аромат. Вот любовь с первого взгляда. И что интересно, когда я его первый раз распылила, вошла в это облако, наслаждаясь, заходит Миша и говорит: как у нас вкусно пахнет, а это что? Я говорю: это новинка. Он говорит: слушай, очень вкусно пахнет. И мужчины не часто обращают внимание на ароматы, поэтому мы на это обращаем внимание. И вот три аромата осталось. Вот ассоциация с весной стопроцентная — это Eclat Mademoiselle. Вот этот аромат у меня зимой никак на него рука вообще не поднимается, он у меня кончился, я не выкинула флакон, там прям капелька есть, и это просто наслаждение. Наслаждение весной. Давайте скажу, что в составе, потому что вы должны понимать, насколько он нежный, вкусный. Сейчас я его найду. У меня просто ароматы все немножечко запутанные. Сейчас найдем. Eclat Mademoiselle. Про него просто нужно особенно сказать. Фрезия, яблоко, груша, гибискус, жасмин, роза, мускус и амбра. Это вот просто весна в одном флаконе. Невероятно. Все, журчат ручейки, поют птички, цветы цветут. Уже вот просто вот, вот она уже пришла. Бесподобный аромат. И стойкий, и красивый, и настроение создает. Вот все в нем прекрасно. А вот Valore Forever, вот эта роза, малина, розовый грейпфрут, жасмин, белая роза, таифская роза, цветочные ноты, засахаренный миндаль, белый мускус, кашемировое дерево. Это далеко не все. И этот аромат точно только на весну. Я его не могу летом использовать, особенно когда жарко. Я не хочу его зимой, потому что он вообще не зимний аромат для меня. Но вот сейчас весна, и я его достала и начала им пользоваться. Просто вот даже открыть его, вдохнуть, и это наслаждение. Кстати, я так рада, что я все запахи чувствую. Это просто чудо. И знаете, такая вот вишенка на торте — это тоже аромат, который создает настроение, энергию, драйв. Это тоже один из таких новых ароматов — Eclat Blanc. Мандариновый шпиц, зимняя роза, мускус — это вот три основные ноты. И этот аромат для меня, если параллель провести, у меня такое настроение создает аромат Happy Dizziac, который сняли с производства, но когда я им пользовалась, у меня сразу улыбка на лице, настроение классное, просто вот, ну, все хорошо. И он такой легкий, такой невесомый, такой вот просто дополняющий, и который подтягивает настроение. То есть если вот, ну, есть какой-то упадок, надо подбирать ароматы, которые вдохновят, порадуют, помогут там справиться, да, потому что
надо использовать все методы. Тут и наряды идут в ход, и прическа, и макияж, и конечно вот эта капелька последняя, да, завершающий штрих, это аромат. Поэтому я никогда не выставляю себе один какой-то аромат. И когда я утром подхожу к своему столику, да, где у меня парфюмерия, я не сразу беру какой-то флакон, я на них смотрю, я чувствую свое настроение, и потом уже беру аромат и им пользуюсь. На следующий день это может быть абсолютно другой аромат. А у вас как? Пишите в комментариях, какие вы ароматы себе выбираете на весну, чем вы сейчас будете пользоваться, какие для вас ароматы оказались, да, неожиданно, да, раскрылись благодаря моему рассказу краткому. Буду рада вашим откликам и лайкам. Спасибо вам за внимание, до новых встреч, пока-пока.